Я не хочу говорить, в каком я районе нахожусь. А то приедет еще кто-нибудь. Сейчас снег ест. Я не знаю. Снега нет. Я не знаю, про что вы говорите. Пусть будет секрет. Хорошо. У меня есть WhatsApp. Давай тебе бриллиантик поставим на зуб. Нет, я буду переделывать зубы скоро, поэтому... Потом, может быть, скоро и поставлю. Но не сейчас. Не знаю, вот, кстати, насчет бриллиантиков, короче, у кого-то это выглядит прям супер красиво, прям вот очень, прям вау. А у кого-то выглядит так, как будто бы они просто ели какую-то, я не знаю, траву, и у них вот на зубе вот это осталось. Ну, короче, ужасно. Мне кажется, мне такое не пойдет почему-то. Мне кажется, он меня раздражать будет, этот бриллиантик, мешаться. Номер не дам. Зачем пластическую операцию? Со мной что-то не так? Hello. Что подходил бриллиантик? Куда пойдете? Гулять на улицу? Спасибо! Привет! Спасибо! По набережной. Там очень красиво. Я люблю это место. Так, от Морпорта. Блин, мне там очень нравится гулять, я люблю. Ну, не знаю. Если завтра будет такая же ужасная погода, то я не хочу выходить на улицу. Не женюсь. Ну, пожалуйста. Ну, женитесь на мне, пожалуйста. А мы куда-нибудь покушать с этим. Да не, блин, ну, я не знаю, как вы, но мне вообще мерзко ходить в такую погоду. Я хочу просто сидеть дома и все, ничего не делать.
Привет. Ну, не знаю. У меня в новом пирожке треск. Неужели, вот неужели кажется вам, что я люблю пирожки? Я не люблю пирожки. Но только некоторые виды. Больше я люблю пироженки. Пироженки и тортики. Делать нечего. С капустой тоже. Я ненавижу капусту. Сладкоежка. Да, да, это я. И что? И что вы мне сделаете? Нет, по видео не будем. У меня рост 167. Мы уже разговаривали. Ну, конечно, разговаривали. По радио будем. Я не собиралась день рождения отмечать. Вы меня попутали, наверное. У меня день рождения летом. Привет, музыкальное отправление. Кстати, я сегодня утром так и делала. Мне писали, включи эту песню, включи вот эту песню. Я включала. У меня же она сама говорила подруге. Ну, так это уже другое дело. У подруги, да, был день рождения. Точнее, не у подруги, а у сестры вообще-то. Шестнадцатого февраля или чего? Хорошо.